Всем привет, меня зовут Софи, и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я покажу вам 5 образов на весну, и некоторые из них будут состоять полностью из вещей, купленных в секонд-хенде, а некоторые, скажем так, с интеграцией вещей из масс-маркета и из секонд-хенда. В общем, если вам интересна тема этого видео, то продолжайте смотреть. И первый образ состоит из вот такой вот черной водолазки. Она была в предыдущем видео, и для меня сейчас это самая универсальная вещь. Я ношу ее, наверное, 4 дня в неделю, это точно. Она сочетается абсолютно со всеми вещами, и я ее просто обожаю. И в образе я ее сочетаю вот с таким жакетом, тоже вы его могли уже видеть. Пиджак стоил 350 рублей, и это бренд Канда. Я его, если честно, не знаю, но у меня есть от него платье. Также в образе вы можете увидеть джинсы. Покупала их в H&M, то есть это не секонд-хенд. Стоили эти джинсы, по-моему, 1799 рублей. И тоже я их обожаю, ношу абсолютно совсем. Следующий образ составлен мной абсолютно случайно. Я просто перед тем, как записывать это видео, вспомнила, что у меня есть классный жакет и классные сапоги, которые я покупала лет 5 назад или 4 года назад. В общем, очень давно. Вот такой молочный жакет. Стоил он 430 рублей. И покупала я его в секонд-хенде в своем родном городе, в Нижнем Тагиле. Не знаю, существует ли сейчас этот секонд-хенд или нет, но я помню, что очень долго не снимала этот пиджак. Под низ я решила надеть вот такую водолазку. У нее бренд H&M, и стоила она всего 300 рублей. На ногах все те же самые джинсы из H&M, и вот такие просто нереальные сапоги. Я их купила на первом курсе, то есть года 4 назад, наверное. Вообще никогда не обращаю внимания на обувь в секонд-хендах, но эти сапоги просто меня покорили. И сейчас такой фасон обуви как раз-таки очень популярен. Классный цвет, классный нос, классное качество. Бренд у них Tamaris. Я, кстати, знаю этот бренд. Это что-то вроде масс-маркета, но довольно-таки хорошего качества. Следующий образ — это сочетание вот такого платья в горошек, которое вы также могли видеть в предыдущем видео. Бренд у этого платья Канда, такой же, как и у черно-белого жакета. Сочетаю с водолазкой из второго образа и вот таким коричневым ремнем. Он, кстати, кожаный, стоил 130 рублей. Идеальная цена для качественного ремня. И сверху будет джинсовка, она из магазина Next. Но сейчас в секонд-хендах очень-очень много классных джинсовок. Я буквально на днях заходила в Баскопати, и там было, и там были две классные левайсовские джинсовки. Следующий образ ассоциируется у меня почему-то с Парижем, с весной, с французскими девушками, круассанами, булочками, в общем, с чем-то таким французским. Состоит из вот такого короткого тренча, бренд Inwear, тоже не знаю этот бренд. Он, скажу честно, очень странный, у него немножко непонятный мне крой, но за 350 рублей я не смогла пройти мимо него. Под низ я решила надеть простую белую футболку, стоила она 90 рублей, и я уже не первый раз говорю, что в секонд-хендах просто идеально покупать базовые вещи, какие-то белые футболки, черные футболки. На ногах все те же H&M-овские джинсы, и, наверное, та самая деталь, которая навевает мне мысли о Париже, это
этот платок. Я его покупала в обычном магазине, но на самом деле в секонд-хендах сейчас тоже очень-очень много классных летних платков. И это сейчас большой тренд, их надевают на голову, на шею, на волосы, на сумку. В общем, фантазировать можно сколько угодно. И последний на сегодня образ — это вот такой пиджак. Именно пиджак, потому что он из мужского отдела и такой довольно оверсайзный, с мужского плеча. Сочетаю я его вот с такой вот блузкой. Очень красивая, в такой черный горошек. Это пиджак бренда Clock House, я с ним не знакома. Стоил он 190 рублей. И блузка бренда Атмосфера стоила 250 рублей. Так как верх довольно строгий и деловой, я решила на низ надеть вот такие синие джинсы. Стоили они 790 рублей. Были очень-очень длинные, поэтому я решила собственноручно их обрезать. Образ я решила дополнить вот такой классной кепи. Пока есть возможность, ношу просто не снимая. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть на мои весенние образы, взглянуть на мои новые секонд-хендовские покупки и просто провести со мной эти, сколько, 6, 7, 8 минут. Я не знаю, сколько будет длиться это видео. В общем, большое вам спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока!